играть, 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 играть. Не наступай, я хочу в туалет. Можно мне поиграть? Спасибо, Куки. Нет? Нет. Нет, плохая. Кайли, ты такая красивая. Можно поиграть? Качать тебя? Давай подержу, чтобы ты не упал. Ты куда? Эй, ребята, давайте по... Нет, разрядился! Да что с вами? Моднее. Я величайший супергерой в команде Клео. Бэт Клео. Никто не устоит против моих бэт палочек. А это Супер Кукин. Догоняет плохих парней на своей суперскорости. Разве вы не знали, что я умею танцевать? Я девочка-балерина. Опаснейшая из балерин. Капитан Кисточка остановит тебя. Ведь все, что он нарисует, становится настоящим. Твои рисунки меня не пугают. Когда-то я упал в канализацию и оттуда выбрался человек-динозавр. А как тебя зовут? Меня зовут Калли. Нет, твое злодейское имя. Лучше выбери другое. Я могу выбрать? Тогда я Цветочек. Это не злодейское имя. Цветочек. Цветочек, цветочек и точка. Супергерои Клео команды. Девочка-балерина, человек-динозавр и Цветочек украли сокровища города. И с их помощью мы будем управлять детьми по всему миру. Ха-ха-ха-ха. И мы их спрятали в нашем секретном убежище, в злодейском домике на дереве. А нам нужно вернуть их. Повторим план. Забираемся в их убежище с помощью силы моих палочек. И одолеем их рисунками моей суперкисти. И с твоей суперскоростью заберем себе сокровище. Да! Супергерои идут. Впусти их. Им нас никогда не одолеть. Чудовище! Сюда идет чудовище! Да это же Кукин! Супер Кукин! Это не важно. Им не получить наше сокровище. Я остановлю их своим танцем. А я своими когтями. А я встречу их земляникой. Супергерои тоже любят перекусить. Сокровище. Пойдем и вернем сокровище города. Вам не получить его. Поспорим? Быть супергероем классно. Да!
где планшет? Я дала его цветочку. А я его дала капитану кисточке. Ни у кого его нет. Сыграем еще? Но на этот раз я хочу быть суперзлодеем. Да! Да! И лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Супергероем! Да! Еще один замок. Мой будет таким классным. Ладно, не настолько. Ух ты! Мэри, смотри! Ого, какой своеобразный замок. Своеобразный и огромный. У меня дома было пару антенн, и я не знал, где их использовать. И вот, пожалуйста. Замку нужен ров. Это? Да, красная лучше, но она у него. Лопатка? Но она мне нужна. Лопатка? Подожди, пока я закончу. Лопатка! 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 Ладно, забираю уже. Лопатка! Ух ты! Ты похож на песика, который ищет кость. Эй, Кукин! Ты чуть меня не закопал! Вот так, как новое. Достаточно. Отдай мне лопатку. Кукин! Так они... И без лопатки ров выроют. Попался! Моё! Лопатка! Готовы пускать пузыри? На счет три. Один, два, три. Ныряем! Ого! Здесь так красиво! Пузыри! Мы же у них в гостях. Пузыри! Как неприлично! Подумай о рыбках. И обо мне тоже. Ныряльщики, мы должны найти лопатку. Лопатка? Давайте найдем лопатку. Быть ныряльщиком классно.
Лопатка, нет шлепок. Мы обыскали все море. Интересно, где она может быть? Ой-ой. Вот что я называю наделать шума. Это ты издаешь такие звуки? Ты, наверное, голоден. Это не Кукин. Это он! Мы сидели на нем, и ему нечем было дышать. Прости. У меня есть друг кит. Нашел ее! Спасибо, кит! Это лучший замок с орлом в мире! Мы с китом стали лучшими друзьями! И теперь я знаю, кем я хочу стать, когда вырасту! Ныряльщиком! Да начнется коронация! Юная леди! Ваше Величество! Высочество, дорогая! Мэри Первая из королевства Теллерин! Корону, пожалуйста. Камень! Его украли! Он из моей короны! Отдай! Эй, мое! Вот так. От имени королевства Теллерин провозглашаю... Опять? Он мой! Мой шарик! Мой шарик! Мой камень! Мой шарик! Мой камень! Мой шарик! Смотри, снег! Мой шарик! Изначально мой! 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 Мой камень! Прекратите! Мой шарик! Камень. Ну, конечно! Придумала! Пора играть! Скорее, сумку-панду! Полицейские шляпы, маски... База! Поиграем в полицейских и грабителей. Победителю камень или шарик. Ура! Я победила! Выбираю Клео в напарники. Томата? Призрак! Мы должны охранять. Ой, Патечка! Томата, ты за главного. Стой, где стоишь? Да!
секундочку. Если мы здесь, кто охраняет камень? Да! Быть полицейским классно! Когда на обед овощи, каждый раз одно и то же. Ты знаешь, где он? Говорит, нет. Здесь нет. Кукин! Томата, сейчас не время для игр. Ага, нашла! Дерево! Каких-то пара овощей, но они вкусные. Почему ты их не любишь? Конечно! Придумала! Скорее, сумку-панду. Поварской колпак, скалка, нож для пиццы.
Теперь есть овощи будет весело! Добро пожаловать в супер-пиццерию Клео и Кукина! Ребята, давайте раскатывать тесто! Готовить пиццу классно! Аппетитно выглядит. Я одну буду. Одну порцию каждой. Просто пальчики оближешь. Вкусно! А? Ребята, в супер-пиццерию Клео и Кукина лучшая пицца в мире! А что на обед завтра? Дерево! Вкусно, правда же? А лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу стать! Поваром! Четыре, пять, шесть. Не смотри, так нечестно. 11. Девятнадцать, 20. Я иду искать. Где же вы? Вы здесь? Попался! Я победила, победила! Нет. Да ладно, ты можешь победить. Еще раз. 19, 20. Я иду искать. Я иду искать. Не сердись. Ты проигрывал не так часто. Ладно, ты проигрывал все разы. Мы не можем так играть. Нужно остановить икоту. Знаю. Как делает бабушка, чтобы перестать икать, она задерживает дыхание.
Это должно сработать. Лизни лимон. Попей воды вверх ногами. Нет! Это плохо. Но не переживай, мы избавимся от нее. Пора играть. Скорее, сумку-панду. Когти, клыки, страшные голоса. Мягкий. Мягкий? Нет, я страшный. Мягкий. Ты должен испугаться, чтобы перестать икать. Пугайся! Бу! Мы так никого никогда не напугаем. Ты скоро избавишься от нее, потому что мы тебя так напугаем. Я знаю, что не так. Нужно быть актерами. Готово. Раз, два и... Кажется, мы так и не поняли, что значит напугать. Этим и занимаются актеры. Репетируй, пока не станешь страшным. Кле, о... Страшный монстр. Но ты все еще икаешь. Не переживай, мы избавимся от икоты. Быть монстром классно. Монстром. Хотя мы до сих пор не избавились от твоей коты. Минуточку. Получается, это Рамона икала? Все это время это была она? Рамона! Ты нас здорово провел. И мы, наконец, избавили тебя от икоты. Она перешла к тебе. Нет! Эд, чудовище! Чудовище может решить любую проблему. И лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу быть. Монстром! Thank you.
начинаю. Эй, тебе нужно лишь прыгать. Можно с вами? Пожалуйста, я суперзвезда пинг-понга. Что у тебя с ртом? У меня зуб шатается. Как удачно! Скажи, соус. Или нет, лучше сосиска. Сосиска. Может, поиграем? Посмотрим, кто теперь победит. Мы найдем твой зуб для зубной феи. Какой феи? Ты же его не проглотила? Ваш дантист, доктор Клео. И я помогу найти ваш зуб. Откройте рот, как крокодил. А у вас там темно. Что ж, вашего зуба там нет. Пепе! Зуба нет, только следы завтрака. Если вы не проглотили зуб, то мы найдем его. Как вам моя клиника? Но если не чистить зубы, изо рта будет пахнуть носками. Но это же камень. Чтоб закрыть щель! Это не зуб, это использованная жвачка? Да ладно, быть зубным врачом классно! Нашел! Зуб! Ты нашел его! Теперь к нам придет зубная фея. Зубная фея? Да, с крылышками, как у мотылька. Фу, ко мне прилетит мотылек? Если положить зуб под подушку, то фея принесет тебе подарок. Подарок! Фу, мотылек! Надеюсь, он не будет касаться меня своими ножками. Она же принесет подарки! Подарки! Подарки? Я получу подарок! Я иду спать!
Но сейчас еще день. Не спугни фею. Добрых снов. Думаю, нам удалось вернуть ей улыбку. И теперь я знаю, кем я хочу стать. Зубным врачом. А где Кайли? Добрых снов, Клео! Добрых снов, Пинг-Пон! Добрых снов, Рамона! Добрых снов, Осьминожка! Шш! И спокойной ночи мне! Во что поиграем сегодня? Я хочу еще поспать. Мне не давало уснуть страшное чудовище. Чудовище? У нас? Угу. И теперь я боюсь уснуть. Так, на что похоже чудовище? На змею. Вот с таким вот ртом. А, и с рогами. Как страшно. Все чудовище. Теперь мы будем пугать тебя. Нам нужна коробка с нитками. Я зайду, я старше всех. Ладно, пойдемте вместе со мной. Очень боюсь темноты. Никогда не знаешь, что там. Если ты не знаешь, ты чего боишься? Мы его очень сильно напугаем. Я напугаю его блестками и... Эй! Отстань от меня! Не бегай за мной! Чудовище не знает, с кем связалась. Делать отпугивающую чудовищ пижаму классно!
готовы? Ого! Ух ты! Так, чудовище! Пугайся! А, чудовище! Оно здесь! Прием! Прием! Это я, Клео! Смотри, вот твое чудовище! Фух, спасены! Наконец-то мы сможем выспаться! Да, Кайли? Кажется, кое-кто больше не боится! И теперь я знаю, кем я хочу стать! Модельером! Видишь, весело. Ребят, наш проклятый домик уничтожен. Что будем делать? Наполнена магией. Так что мы при помощи магии сделаем этот домик самым магическим. Как? Вот так. А? Ой, какое чудище! Я про тебя, Томато. А ты у нас... лягушка? Но это же Хэллоуин. Ты драку кинула! Ладно, ведьмы, время пришло. Наложим заклятие жути. И сделаем это место очень страшным. Ха-ха-ха! А теперь добавим собачью слюну. И козявку лягушки. И самый важный ингредиент – это дух Хэллоуина. Ух ты! Стойте, нужны цветочки, чтобы вкусно пахло. А теперь волшебные слова. Страшный, жуткий и ужасный. Готовим мы настой опасный. Вокруг котла мы обойдем, головки, пальчики сожжем.
кошачьи ушки, хвост осла. Проклятый дом, верни сюда! Да! Ух ты! Здорово! Они страшно красивые. И пахнут клубничкой. Но ведьмы и драку кинула. Нам еще кучу всего украшать. Быть ведьмой классно! Чем я ожидала. Пошли, Кукин! Мы хотим произнести еще заклинание. Кукин? Отличный трюк! Какой классно жуткий вечерок! И теперь я знаю, кем я хочу стать! Хорошей ведьмой! Что это за сказка? Я не знаю! Ты робот? Цветочек! Да! Молодец! Я! Ну уж нет, я правильно ответила, мне и загадывать. Медведь? О, монстр! Цветочек? Бабочка? О-о, Тася! Златовласка и три медведя. Цветочек. Чудовище и красавица? Да! Цветочек! Но это не из сказки. Да, да мне нравится. Не хочешь играть? Что случилось? Тебе скучно? Ты не любишь цветочки? Мы не дали тебе отгадать, а тебе хочется загадывать. Скорее, сумку-панду! Костюмы! Зрители! Декорации! Придумывать будут все! Добро пожаловать, дамы и господа! Вот-вот вы увидите трех... четырех поросят и волка! Хрю, хрю! Я принцесса! Но ты не принцесса! А поросенок? Я принцесса! Поросенок! Принцесса! Поросенок! Поросенок и точка! Волк! Нет! Ау! Mm-hmm.
ты будешь поросенком. Кто же это? Наверное, это большой страшный лягушонок. Ну ладно, ладно, не такой уж большой и страшный. А? Не хочешь перекусить клубничкой? Он хочет перекусить поросенком. Он тебя съест. Открывай, открывай. Ты в безопасности. Быть актером классно. От этих сказок. Эй, цветочки не кушают. Может, цветок из тебя хотя бы получится. Эй! Начнется соревнование. Да, наконец-то! Играем в фут-волейбол. Это как пляжный волейбол, только ногами. По больному месту. Лучше сыграем в волейболет, чтобы я могла выиграть. Фут-волейбол. Волейболет. Фут-волейбол. Волейболет. Фут-волейбол. Хватит! Почему бы нам не сыграть в обычный волейбол? Команда розовых вперед! Мы команда розовых. Какая разница, ведь мы победим. Что это здесь делает? Грязно. Порвался. Нет, не надо так. Нет. Море возвращает нам вещи? Не вещи, а мусор, который мы кидаем. Кукин, мусорить некрасиво. Мы мусорили у него дома. Извините, кит! Извини! Порвался.
мяч порвался. Но вместе мы все исправим. Пора играть. Быстро, сумку-панду. Перчатки, ведерко, хваталка. Мы станем уборщиками пляжа. Команда, мы соберем весь мусор и переработаем его в новый мяч. Что, я не могу быть уборщиком и при этом оставаться стильной? Это дом моего друга Кита. Там должно быть чисто. Да! Победит первый, коснувшийся флага. Первый, кто коснется и соберет больше всех мусора. На старт, внимание, марш! Почти ничего не собрали. Значит, получается, вы... Победители! Победители! Ура! Вперед! Мы еще не закончили! Эти волны приносят сюда не пену, а всякий мусор. Как нам очистить море? Нам нужна помощь. Я знаю, кого позвать. Кит! Кит! Вы поможете нам собрать пластик в море? Кит? Дождь из шлепок! Хорошая работа, Кит! Спасибо! Не переживай, Кокин! Быть уборщиком классно! Он уникальный и более прыгучий, чем другие. И на пляже нет мусора. Можно лечь на песок даже без полотенца. А может и нет. Кит! Так классно! Это Китобол! Знаете, что лучше всего? Теперь я знаю, кем хочу стать. Уборщиком пляжа! Сюда! Будет весело! Бегу! Да! Что? Ой, холодное, холодное, холодное. Кто последний, тот протухшее яйцо. Стой! Давайте поплаваем с рыбками. И с моим другом Китом. В воде очень страшно. Но там здорово! Там и солнышко, и волны, и... Акула меня съест! А? Я не большая, как ты, и не смелая, как Кукин. Просто я маленькая и очень боюсь моря. Hmm.
скорее, сумку панду. Ласты, камера, телескоп. Мы покажем Кайли, что море прекрасно. Ух ты! Ух ты! Вот это да! Когда ты в подводной лодке. Это кит! Приветик! У тебя малыш китенок. Как мило! Привет! Привет, китенок! Привет. Я Клео! Ой, подожди! Ой, как мило! Он хочет поиграть! Играть! Китенок? Китенок, вернись! Малыш! Малыш, ты где? Китенок! Он потерялся! Значит, надо идти его искать. Но ты же боишься моря. И что? Надо найти китенка. Ты права. Исследовать океан классно! Китенок! Ура! Ой, бедняжка, он застрял. У меня есть план. Но нам нужен кто-то маленький. Не бойся, китенок. Скоро мы опять будем играть в мячик. Лучшим дайвером семи морей становится Кайли! Да, да, да! Пока, киты! Пока! Кто последний, тот тухлое яйцо. Давайте уже! Какой чудесный день! Мы помогли китам и Кайли. И что лучше всего, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Океанологом!